Предприниматели стали более ответственнее подходить к соблюдению мер по профилактике коронавируса. К такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора и Департамента потребительского рынка во время очередного рейда. В одном из торговых центров проверили соблюдение масочного режима, наличие запаса средств защиты, антисептиков, журналов уборки и помещений и термометрии. Внимание уделили и контролю пропускной системы. В здание посетители могут входить только при наличии QR-кода. Нарушений не нашли. Управляющей компанией торгового центра организован входной контроль температуры сотрудников, также наличие антисептических средств при входах в конкретно в предприятие, в торговый центр. Также обеспечена дезинфекция помещений, также дезинфекция поверхностей всего торгового центра.